Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Я сменил дислокацию. Кто-то спрашивал показать, действительно ли затопило. Да, реально, вот еще раз всем снова привет. Набережная Крюкового канала почти что выходит уже из берегов. А, собственно, сейчас видно. Вот здесь видно такой проход. И по этому проходу обычно можно проходить. Но сейчас очень потопило. Это потоп. Сейчас в Петербурге потапливает очень сильно. Есть угроза наводнения. Ужас, да. Дамба хоть закрыта. Но там, кстати, вон вдалеке видно, уточки теперь плавают. Обычно здесь можно было раньше приходить. Такое часто бывает. Повторюсь, ребята, что за... 2 года проживания в Петербурге, такого, к сожалению, я пока еще не видел, чтобы прям так сильно подотапливало. Также у меня написано, добавлено в название, что 7,5 тысячи человек осталось без света. Это на самом деле так. Привет-привет. В общем, в Ленинградской области 120 населенных пунктов осталось без света, потому что сегодня на протяжении вот со субботы по что со светом, в Ленинградской области 120 населенных пунктов осталось без света, потому что очень сильный ветер, сейчас открыта дамба. Собственно, вы прекрасно видите, что подтопило, видно, что здесь дорожка, через которую можно проходить. Видно, то, что вот это гранитное, холодно, да. И подтопило довольно-таки очень неплохо, ребята, видно это очень хорошо. По точке, какой район без света? Тихвинский район и другой я уже не помню, не запомнил, какие районы без света. Но в большей степени оказались без света именно Ленинградская область, потому что, видимо, московский не знаю. Но подтопило Адмиралтейский район, даже скажу, что вот видно, здесь не особо видно, но все равно видно, что до забора, до выхода 1 метр буквально остается, не так много, из-за чего это? Из-за погоды. Хотя вот так нас ребята встречают, а сколько без света с субботы. Так встречает нас зима. Напомню, что сейчас 6 или какое число уже сегодня декабря. На улице градусов плюс 7. Эта улица, да, эта улица вот так вот подтопила. Здесь был проход, ну, на, прилично, на 2 метра, наверное, там точно так. Дождь, что ли? Нет. Из-за непогоды Финский залив и дамба была перекрыта. 2 миллиона людей без света, да, я согласен. Помню, ребята, что через пару часов я запущу трансляцию, связанную по Перископу, где я буду делиться с вами, как всегда, секретами, фишками по Перископу. Моим товарищем будет этот товарищ, который сейчас улетел. Всем до новых встреч. В новостях показывают, да, рассказывают. Спасайте Питер, красивейший город, да. Ребята, всем до новых встреч, пока-пока.